Сегодня замечательное торжество. Мария и Денис решили сделать серьезный шаг в жизни друг друга. Они подарили друг другу самое ценное, что у них есть. Они подарили свою любовь. И сегодняшние гости присутствуют на этом свадебном торжестве, делятся поздравлениями, эмоциями, улыбками, счастьями, согревая молодых в этот холодный зимний вечер. Но что же гости приготовили сегодня нашим молодоженам, об этом мы и узнаем. И я предлагаю отправиться к нашим гостям и задать им несколько несложных вопросов. Идемте же, идемте, идемте. Итак, друзья, первый вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Властелин колец. Чебурашка. Аферист. Евгений Петросян. Гонщик. Рэмбо. Что? Рэмбо. Комсомолка, активистка и спортсменка. Черепаха-тортила. Скажите, пожалуйста, какой подарок вы приготовили сегодня нашим молодоженам? Я точно расскажу. Нет, не помню. Тяжелый вопрос, честно, не помню. Только не задавайте мне таких вопросов. Давайте что-то другое. Вы меня валите. Ух ты, не знаю. Нет, не помню. Я не знаю, честно, но я не знаю. Кирпич, не знаю. Соска. Голубь. Валенки. Батон золотой. Да. Квадрат. Черный квадрат. Да. Карандаши цветные, фломастеры цветные, линейка, ручка, карандаш простой, резинка. Да. Ну там бурячок, морковочка, картошечка. Циркуль, допустим, если она уже занимается геометрией. Огурец, горошек. Зеленый, майонез. Замок, ручка, петли. Ну, там бурячок, знову-таки, много бурячка. Если мало бурячка, то баба каже, бабця казала моя, що це дуже погано, якщо мало бурячка. Что там еще? Больше ничего. Ну, точилочка дома мама точит. Ну, не помню, память плохая. Что вы сегодня планируете кричать, когда будете находиться за свадебным столом? Не скажу. А можно мне просто тост скажу без наводящих вопросов? Ура. Да, горбатый выходи. Ау! Медалист-чемпион, все, без вариантов. Я уеду жить в Лондон. Только она, седая ночь. Помогите! Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Розовые розы. Та-та-та-та-та-та-та. Светки Соколовой. Светки Соколовой. Одноклассницы моей, та-та-та-та-та-та, хута-хуторянка, девчоночка-цыганка, та-та-та-та-та-та-та. Маша, Денис, Маша, Денис, Маша, Денис, Маша, Денис. И традиционно, ваше пожелание молодоженам. Я знаю весь сценарий вообще. Маша, желайте счастья. Здравствуйте. Желаю вам, чтобы... Как час? Стоп, это потом удалите. Счастье, счастье, здоровье. Дорогой Денис и Маша, я хочу вас поздравить с этим замечательным днем вашей свадьбы. Еще раз. Сейчас, секундочку, я так быстренько. Пожелать вам крепкой любви. Чтобы они свою любовь пронесли всю жизнь своей жизни. Если, конечно, не назовут Сашей, то это уже провал. Валера можно. Валера, конечно, плохой имя для девочки, но... Но она, думаю, свыкнется со временем. Я хочу, чтобы их редкостное и, как говорится, всегда первое, будем говорить, чувство сохранилось на всю семейную жизнь. Не называйте своих детей Валерой. Будьте здоровыми, чернобровыми, кохатися, шанувати один одного. Чтобы их жизнь была похожа на зебру, но только зебру не черно-белую, а особенную. И каждая последующая полосочка была еще светлее, еще ярче. Вообще, да, лучше не называть именами, которые вот в всяких идиотских видосах на ютубах. Как-нибудь оригинально там. Тот Рон. И чтобы в вашей семье всегда звучал детский смех. Чтобы они любили друг друга такими, какими они есть. Любите друг друга, уважайте друг друга и цените. Я желаю им, чтобы они достойно эти трудности переносили и всегда поддерживали и любили друг друга. Чтобы их ничего не болели, нарожали нам внуков, ну и чтобы они были и все
мы здоровы. Я вот смотрю на вас с Денисом и понимаю, насколько вы любите друг друга, насколько у вас искренние чувства. Я надеюсь, что вы сберегете их, у вас все будет хорошо. Вообще, на самом деле, очень все плохо, потому что я думал, я готовился к этому интервью весь вечер. Я думал, что я скажу что-то действительно стоящее.